Всем привет! На канале новый влог. У нас тут так вкусно пахнет. Короче, включили кондиционер после зимы, и был какой-то запах. Вызвали ребят, они нам его помыли. И так, сейчас добавили туда какую-то антибактериальную примочку. Да, Соня, что-то антибактериальное? Ну, не знаю, сказал папа, что что-то антибактериальное добавили туда. Понятно, вода чернющая, так что у кого кондиционеры, надо делать их обслуживание, мойку. Такие вот новости сегодня. Федору Сергеевичу пришли на занятия. Зуб шатает, пальцы вот. Обратите внимание, Федор Сергеевич сделал бутерброд. Сидел, ел сухой завтрак, да? Перед этим съел макароны и две сосиски. Сказал, что еще хочет есть. Папа сказал: Аня, сделай ему бутерброд, иначе он съест весь батон. Я сделала ему бутерброд. Давай, давай. Хоп, видали? Вот делайте это. Делайте всегда такое, когда у вас есть козьи какашки. Козьи какашки? Это да. Называется. Короче, папа смотрит Доктор Хаус. Ждем, когда досмотрит, и идем сниматься. Сейчас папа включит. Фотографии с корпоратива новогоднего. С корпоратива новогоднего смотрите. Всем привет, приятного аппетита. У нас новый день. Забрали мальчишек со школы. И знаете, что они заказали? Капучино себе, представляете? Смотрите, как у Гоши прикольно получилось. И главное, говорит, мама, сиропа нам добавь. Все такие деловые. Я не думаю, это я. Я попросил. Вот, короче, кушаем первое. Вчера на даче нарвали ревеня. И клубника, и ревень, компот просто опупенный. Вам нравится? Угу. То папа говорит, уже надоел компот из сухофруктов. Надоел, значит, будет с ревенем. А завтра ребятки едут в Малориту, да? На Царёво. Короче, на товарищеский матч, да? Бананы им купила, и будем делать горячие бутеры сегодня вечером с собой. Треугольник? Да, треугольнички. О, да. Победа. Ну что, детей покормила, а сейчас буду ковыряться. Попросила папу отвезти меня на дачу, чтобы пересадить там кое-что и прополоть. Папа отказался, говорит, завтра уедем. Ну и что, там работаешь и тепло. Короче, буду домашними цветами заниматься, раз не захотели меня отвезти. Что-то у меня вот эти филодендроны как-то не очень растут. Вот тот вот ничего. Ярик, галстук. Кофеёк не добавляй. Да не кофе. И вот с этой сахарой она снизу там собирается тоже. Удобрение. Короче, пересадка. Ой. Мальчишки завтра, как я вам уже говорила, собираются ехать в Малориту. Но это не точно. Вдруг они не попадут в список. Но я уже тут что-то решила сделать бутерброды им с собой. Потому что если вдруг они не попадут в список, то бутерброды не пропадут. Такая старенькая у нас бинатон, или как она, короче, бутербродница уже, так он, видите, выпало зеленое окошечко. Ну, короче, готовим горячие бутрики. Та-дам! Рука нужна. Так как она уже старая и немножко стерто там покрытие тефлоновое за счет моек, приходится аккуратненько отдирать и обильно смазывать подсолнечным маслом. Ну, короче, такие вот бутербродики мальчишкам с собой. Слышите? Язык. Мы, короче, смотрим Доктор Хаус на английском, да? С субтитрами. Короче. Про субтитры могла бы и не говорить. Типа, да. C1 уровень. На английском. Так что, ребятки, вот папу облепили и смотрят, вместо того, чтобы спать. Завтра привет, малолетний. Всем привет, у нас новый день. Какой день недели, пацаны? А что вы не в школе? Не знаете? И Федор не в школе? Ну, говори. Потому что мы в малолетнем.
Маргариту едем на соревнования. Но не прямо сейчас. И Федор не в школе, потому что он в садике. Да, да, это да. Мы сейчас едем еще на тренировку, да? Да. Получается, у вас сейчас для всех будет тренировка. Потому что пацаны в основном во вторую смену в школе и спокойно могут прийти. Ну, это их обычное время тренировки. И те, кто уезжает, просто уже потом в обед поедем. Ну и вроде как Федора не с кем оставлять. Точнее, есть с кем, некому будет забирать, потому что я на машине поеду. И Федьку берем с собой. Ну ничего, съедет по путешествию, да? Лучше, чем в саду, да? Хитрый, а? Ну а пацаны тоже сегодня пропускают освобождение. Прогульщики. Так что едем на треньку. Ну у нас погодка, во, хоть в сапогах резиновых по полю бегай. Ну что поделаешь, такая погода. Спрятались мы с Федором, да? Mm-hmm. Знаете, на скамейке запасных, да. Тут обычно, когда игра, сидят запасные игроки команд. А мы спрятались, потому что дождик идет. Сейчас покажу мальчишек там. Ну как, мальчишек тут далековато, через все поле. Где-то они вот в этом, в средней части были. Вот это, не-не-не, я понимаю, телефон не настраивается просто. Вон Ярик в салатовых бутсах, да, вот по центру экрана. И там же где-то Гоша еще. Вот сейчас Гоша с мячом, да, вот бежит по центру экрана тоже. Угу. Ну, короче, небо затянуто, дождь идет. Спрятали ноги под зонтик, потому что немножко засекает, да? Феденька, я сейчас сниму, как это выглядит со стороны. Он такой вот сидит спрятанный, да. Чтоб на ноги не брызгало, да? Сидим, ждем. Пока надо будет. Маргариту поедем. Да, так потом же надо будет их домой завести, чтоб в сухое переоделись тоже. Ой, поедут с этими. Поесть, с термачом мокрым поедут. Поесть еще надо. Раз. Взять поесть, попить и поедем. Ну попить взять скорее, поесть, что там есть. Мы домой зайдем, пообедаем и поедем туда, потом вернемся, поужинаем. Как бы тут что еду брать на пару часов смысл. Бррр, свежо. Привет, ребятушки, у нас новый день. Папа с мальчишками поехал в Маларита на товарищеский матч. Я заказала на Вайлдберрис вот такие вот крючочки. Хочу приклеить в шкафу пацанов, потому что галстуки надо вешать. Они так вот валяются у них внизу. Ремни. Короче, буду тут чудить. Клеить. У Федора. Будущие галстуки и бабочки, доставшиеся в наследство от мальчишек. Ну и вот мальчишек. Здесь галстуки. Хотя, может, сюда надо было. Сейчас переклею. Перевесила. Если честно, такие уже эти застежки неудобные в галстуках. Как такое можно делать? Бедные дети, как они их носят. А еще у меня тут сегодня беспорядок. Потому что я навожу порядок. Потому что я поснимала чехлы с диванных подушек, чтобы их постирать. И поэтому, та-дам, красота. Сбор блатных и нищих называется. Ну ничего. 3 уже постирала, 2 загрузила. Скоро высохнут и будет красота. Так, маманя в детство впала. Бей своих сначала, чтобы чужие боялись. Не могут больше ни в кого попасть. Вот так. Есть, кости подбили.
Попался Герман. Ох и пенсионеры, ох и долго! Выиграл, вопрос времени только.